Хочу обратиться к дагестанцам, пацанам. Ау, ау, ау. Зауженные джинсы, кепки 228, мокасины красные, никого не спросим. По городу шатаетесь, пацаны позорьте, парни машаллах. На канале Mitchell Klein ты сможешь найти крутые монтажи, трэш-видео и всякие пародии на трейлеры, клипы и многое другое. Он снимает очень интересные, веселые и позитивные видео. Ссылочка на него будет в описании, поэтому заходите и подписывайтесь. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой и Игорем мы опять будем играть в «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами наберем, тем больше серий «Кто твой папочка» мы будем записывать вот таким составом, если вы, конечно, этого хотите. Да, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все есть в описании. И не забывайте писать положительные комментарии, ведь мы стараемся делать для вас эти серии. И давайте наберем под каждым из наших роликов 5000 лайков, и тогда ссылочка на карту останется в описании, и вы сами сможете поиграть на этой карте со своими друзьями, и, в общем-то, она интересная будет. Приятного вам просмотра. Итак, дорогие дети, в общем-то, мы приехали куда? Мы приехали в Египет, да? И вы сейчас должны стать настоящими гангстерами, потому да, что... Да, мы будем гангстерами! Да, папа, научишь нас? Папа, папа! Конечно, я гангстер, я передам вам свои навыки. В общем-то, я тут с собой взял пулемет, получается, Галил, да? Вот, сейчас я вам покажу, как надыбать ваше первое оружие, ребята, да? Папа, папа! Итак, мы должны уйти красиво, правильно? Правильно, правильно! Правильно. У меня вопрос, папа, папа, вопрос. Женя, да не вопрос, да. Как-то сифануло у нас немного, поймайте, пацаны. Папа, ты какой-то... Красивый мужчина, ну ладно, ладно. Ты какой-то нехороший гангстер. Ты какой-то не гангстер. Ты фейл, короче, папа. Слышь, это как бы кто закладывал динамит, это не я. Твой же корабль, папа. Знаете, бывает, когда вот петарды покупаете, да, вот иногда бывает. Вот у нас такое же. Бракован, папа, у нас напали, папа. Так вот просто. Папа напали, папа бьют. Папа на нас напали. Кто там? Убит, убит, все, давайте. Вот еще папа. Папа, папа. Папа, спасай. Пойдем, в общем-то, Валера, Валера, здравствуй. Валера, Валера! А да. Кто такой? Кто такой? Грабим, грабим, да, папа? Продавец, продавец Валера! Грабим, гангстеры! Гангстеры! А как взрывать Валеру? Как взрывать Валеру? Он не взрывается. Валера не взрывается. Папа! Ой! Папа! Так не честно! Ладно, ладно, я пошутил. Ой! Помогите! Итак, дорогие дети, для того, чтобы стать гангстером, мы должны взрывать все на своем пути, понимаете? Беспощадные, беспощадные, да? Беспощадные, мы должны убивать, взрывать и, в общем-то... Итак, дорогие дети, сейчас мы пойдем на пляж, верно? Да! Да, пошли, пошли! Мы должны быть солидно, с солидным загаром, бандиты с солидным загаром, пойдем. Пошли, пошли! Папа, веди! Вперед, вперед, Жека, мы гангстеры, Жека! О, стреляй! Мы гангстеры, гангстеры! Отдыхать пришли! Гангстеры! Враг, враг, вижу врага! О, стреляй, стреляй, стреляй! Побежали, побежали! Побежали, дорогие друзья! О, пляж. Теперь мы должны посвятить вас бандиты. И сейчас мы должны просто отдохнуть. В общем-то, папа отдыхает, вы должны заселить во всех страх, понимаете, да? Серега, стой, Серега! Кто там, кто там? Светочка. Светочка, Светочки всякие. О! Чё, боитесь, боитесь, а? Геннадий, боитесь? Пацаны, пацаны, знаете, что нашел? Шанс. Знаете, что нашел? Посмотрите вот сюда, посмотрите. Это специально для нас оставили. Какие-то туристы, знаете, лагерь. Соберем папа, папа, комплект. Папа, мы как справляемся? Мы гангстеры? Мы почти гангстеры. Почти. Ну что, поплыли? Жека, ты слышал, Жека? Да. Пошли, пошли. Поплыли. Вау! Прикольно! Прикольно, мне нравится. Нифига себе, как мы быстро плаваем, папа! Вы можете посмотреть на рыб пока, да? Собственно, папа. Гангстеры тоже отдыхают, да? Папа, а что это за снаряжение? Я не знаю. Как он называется?
Называется ластер. Я стреляю рыбу, убиваю все рыбу, убиваю рыбу. Прикол. Жека, пошли, Жека, мы гангстеры. Какие гангстеры? Мы еще не гангстеры, мы можем еще... посвятить гангстеры. Сейчас мы должны осмотреть остров, понимаете? Мы должны держать все под контролем. Поэтому идем за мной. Пошли. Мы сейчас будем отправляться в путешествие вокруг острова. Жека, ты что делаешь? Жека! 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 Правильно, сынок, молодец. Точнее, не сынок, а дочка. Ты гангстер, дочка гангстер. Молодец, я молодец. Побежали. Куда мы идем, папа? Берем по хлебу. Дай по хлебу. А гангстеры тоже едят, да? Да, булки. Поймай только булки и мясо. Так, собственно, давайте идем. Берите машину, берите булки. А это что, папа? Я уехал, до свидания. Катаемся. Ура! Это что такое? Это вообще-то вагонетка. Это, короче, автомобиль самого крутого гангстера, понимаете? Мы должны осмотреть наш остров. Это наш остров? Это уже наш остров? Конечно. Ты вообще сомневаешься? Да нет, на нас папа. Тут напали. Мы едем в другую папа, сторону. Папа, я назад поехал, папа. Да? Ну ладно, еду в другую сторону, хорошо. Я вас уже жду. Подождите меня. Давай. Ой. Эдичка умер. Застрял. О, а тут житель какой-то нас встречает. Алло. Побежать. Папа, спаси. Папа. Папа, спаси. Папа, на меня напали. Папа, спасай. Это, папа, это другой гангстер. Нет, это папа, нет, папа, не надо. Папа! Так, ладно, иди, потушись водичку. Водичку. У меня тоже нету, папа. Я не чувствую себя гангстершей. Ооо. Блин, гангстером. Гангстером. Хорошо, ничего нет. Мы будем гангстерами, но пойдемте, в общем-то, заселимся в отель, да? Да. И там, может быть, что-нибудь интересное найдем. Идемте. Пошли, нужно отдохнуть. Странный блок песка, это, конечно, не надо его трогать. Собственно, сейчас я быстренько убью вражеского моба. Воу, ребята, здесь есть акулы, да, но их трогать нельзя категорически. Это мирные акулы, папа, это мирные, папа, это мирные акулы. Поняли, плохо трогать акул, да? Папа, спаси! Они не мирные! До свидания, дорогие мои дети. Я не понял, быстро умер. Пойдемте, выберем самый лучший номер для гангстера, понимаете? Мы не должны, нам не должны выбирать сами номера, мы должны сами. Мы же гангстеры. Я выберу номер. Этот мне нравится. Не, какой-то никакой. О, привет. Бамс. Жека, выбирай номер. Во, мне этот нравится. Какой номер? Хороший. Вот, папа, вот это. Президентский, наверное, да? Вот, собственно, это наш номер. Я уже чувствую это, конечно, да? А нам можно все трогать, тут все разрешено. Я вам дарю, вот это тебе на день рождения, вот это тебе. О, Жека, смотри, Жека. Жека, смотри. Женечка. Вот. А что там? Женя! Что ты нашел? Вот так вот, а что тут у нас? Папа, смотри, что я нашел! Папа! Смотри, что я нашел! Это что такое? Виски! Это все пью я, да? Я можно выпью, папа! Вам такое не смотри, можно я выпью? Так, это тебе нельзя трогать. Жека, покажи, Жека! Жека! Нет, Женя! Женя, смотри, что я нашел, Женя. Посмотри. Алло, что это вы нашли? Женя. Итак, собственно, Женечка и Эдичка. Сейчас будет самое главное посвящение в гангстер. Давай. Давай. Алкоголь. Это тебе. И хлеб. Это вот тебе и хлеб. Есть, ну ладно. Папа, что такое? Это. Бахнем, Эдисон, бахнем. Бахнем. Ой! Папа, ну что я еще нашел, смотри. Папа, а это что такое, папа? Так, ну на, Эдичка, тебе еще может оставить. Что, да? Папа, я не понимаю. Смотри. Жека, смотри, что я нашел. Жека, смотри. Сок! А ну, попробуй. Какой сок? Я не понимаю.
Вставила! Папа, я хочу спать, папа, не могу. Папа. Так, короче, я... Знаете, что нам надо сделать? Нам надо сделать обезбашенный поступок, правильно? Да. Правильно, пойдемте. Пойдем. Давайте быстрее, пока идем по гранулу. Твою мать! Твою мать! Я в лаве! Просто говорю, давайте быстрее, пока ничего не попало. Нет, ну в принципе. Папа, мы гангстеры? Теперь мы гангстеры, да, теперь все. Твою мать. Бедный Крис плавает, задыхается. Ё-моё, куда ты? Осторожно, акула взорвалась. Давайте закончим. Он умирает! Он умирает! Крис умер. Всё, капец, ну что теперь делать? Ну Дворецкий остался, всё нормально, в принципе, да? А Дворецкий что такое свитку? Я ничего не знаю. Дворецкий такой, я вообще ещё не понимаю, в стену посмотрю, всё пройдёт. Ничего не происходит. Итак, дорогие детишки, все, мы стали гангстерами. Женечка и Эдичка у нас теперь бандиты. Да, гангстеры. Да. Сергей. Да. И, в общем-то, всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и написать положительный комментарий, набрать 5000 лайков. 5000. И, конечно же, ребята, не забываем подписываться на наши каналы. Ссылочки на всех будут в описании, как обычно. Да, ребят, не забывайте писать свои идеи для новых серий «Кто твой папочка» в комментариях. Мы читаем все комментарии, на самые интересные мы отвечаем, и, возможно, даже ваши идеи мы реализуем. Ребята, всем удачи, всем пока. Всем пока.